Когда мы в последний раз признавались себе, что жизнь прекрасна и удивительна? Наверняка давно. Порой мы так увлечены своими заботами и делами, что не можем остановиться, посмотреть вокруг и насладиться тем, что нас окружает. Меня зовут Жанна, у меня есть лучшая подруга. Мы постараемся объединить все то, что может сделать нас чуточку счастливее и свободнее. Мы поговорим о том, что волнует каждого из нас, спросим советы у специалистов, побываем в интересных местах, ну и, конечно, поговорим с интересными людьми. Одним словом, мы постараемся создать хорошее настроение и зарядиться позитивом. Да-да-да, это как раз тот самый магазин, который мало кто знает, но я-то знаю, поэтому сегодня мы с тобой здесь. Ну да, в смысле не тебе, а ребенку. Купальник для хореографии, юбку хореографическую, колготки, балетки, джазовки, рейтинговое платье, рейтинговые туфли. Да-да, я в теме. Кстати, очень многие танцевальные студии просят, чтобы форма была черная. Ну, пожалуйста, в подыграс. А теперь слушай внимательно. В магазине «Подыграс» действует скидка 15% на весь товар до 15 января по промокоду «Подыграс415». Смотри, что нашла. Сама ты для сальцы. Сальцы у тебя вот здесь, а это для сальцы. Похудеем к лету и будем. А еще в магазине «Подыграс» ты найдешь любой предмет для занятия художественной гимнастикой. Мячи, булава, скакалки, обручи, ленты. И самое главное, не забудь про колготки. Колготки рвутся всегда и везде, особенно перед выступлением. Как ты думаешь, что это такое? Сама ты палка. Это булавы, предмет, без которого не обходится ни одна гимнастка. Ну вот видишь, все товары для танца и художественной гимнастики в магазине «Подыграс». 4-й этаж, торговый центр «Сен-Марий». Ну что, глядя на всю эту красоту, решила сама танцами заняться. Предлагаю начать с покупки костюма. У тебя здесь, кстати, есть 52 размера. Угу. И пуанты 42-го. Здравствуйте. У меня проблема. Перестал нагреваться и не пшикает. О, привет, моя дорогая. Тоже решила, что отремонтировать? А, надоело вручную стирать. Машинку ремонтируешь. Я, кстати, еще телевизор бы тебе рекомендовала починить. Приезжаешь сюда, его быстренько отремонтируют. Бесплатно тебе домой привезут. А ты мужу даже не скажешь. Просто потом, какой ты у меня молодец, а? Отремонтировал телевизор. Мне очень нравится пользоваться услугами Юмакса, потому что здесь ремонтируют все, начиная от утюгов, чайников, микроволновок, заканчивая телевизорами, холодильниками, стиральными машинами и сложной бытовой техникой. Тем более не надо ездить на Горбатку, а здесь в центре. Приезжаешь, отдаешь, быстро ремонтируют, качественно. Не веришь? Пойдем покажу. Ну вот, смотри, сейчас мастер отремонтирует кофемашину, и у кого-то дома будет ароматный кофе. Ну и к кому-то мы придем в гости. А кто такие фиксики? Большой-большой секрет. Слушай, целую минуту смотрю на картинки и думаю, какая красивая тень, пока Анатолий мне не сказал, что это косяк в матрице. А он, золотые руки мастер, сделает все возможное и даже невозможное, чтобы это устранить. Вот так. О, кстати, робот-пылесос. Я тебе сейчас такую историю расскажу. Однажды прихожу домой, у меня пылесос стоит посередине квартиры, кота нигде нет, у меня первая мысль, ну все, заживало, пришлось нести в ремонт. Оказывается, просто зарядка закончилась. Ну, ты понимаешь, кто главный дома? Мы, женщины, на нас вся бытовая техника, поэтому тащи сюда свой неисправный фен. Привет,
моя дорогая, сегодня мы с тобой в торговом центре, где одновременно находится большое количество людей, поэтому самое время позаботиться о собственной безопасности. Так что надевай маску и обрати внимание, рядом со мной находится бесконтактный дезинфектор ДЭС. Устройство российского производства, которое позволяет очень быстро и удобно измерить тебе температуру благодаря инфракрасному датчику. Ну а также в устройстве есть камера распыления, которая защищает твои руки с помощью антисептика от грибковых, кишечных и вирусных инфекций. Информационный экран показывает не только измеряемую температуру, но здесь можно разместить любой рекламный контент. Прибавь к этому легкую настройку распыления, что очень важно, возможность фиксации статистики по использованию устройства. По-моему, это очень важно. Уникальный дизайн и широкая цветовая палитра позволит вписать дезинфектор в любой интерьер. Бесконтактный дезинфектор ДЭС сделает наш мир чуточку безопаснее. Я тебе так скажу, Новый год – это такой праздник, когда нужно подарки покупать с запасом. А вдруг ты пойдешь в гости или к тебе придут? Ну, приятно же подарить, а? Ну, ты посмотри, это не просто магазин, а настоящий альма-матер для тех, кто еще не определился с подарком. А их здесь такое множество, что глаза разбегаются, но мы сейчас с тобой все посмотрим и непременно выберем нужный. Мы можем сами себе создать предновогоднее настроение. Новогодние игрушки, свечи и хлопушки в нем. Нравится? Да, настоящая красота. Это цветы в колбе, настоящие цветы. Они хранятся до 5 лет. А еще смотри, какая красота, цветы фирмы Fiora. Они в колбе, в вакууме, и хранятся от 5 лет, и можно сказать, до бесконечности. Ну, посмотри, какая красивая композиция. А ты мне приготовила подарок? Да, настоящая головная боль – это подарок для мужчины. Ты свекрови-то подарок купила? Посмотри, какие здесь скатерти красивые. Лен натуральный. А это прям настоящий творческий подарок. Можно просто так на елочку повесить, а можно разукрасить, и будет уже твоя именная игрушка. В магазине подарков для вас плюс такой огромный ассортимент сувениров с тверской символикой, а также ты здесь найдешь изделия торжокских золотошвей. Все, я на Новый год королевишна. Да ладно, не расстраивайся, я тебе тоже возьму.